Друзья, всем привет! Что-то я сегодня очень устала. В последнее время я даже не знаю, что для вас снимать. Просмотры достаточно низко так упали, но я понимаю, потому что лето, отпуски, дачи у кого-то, возможно. И не хочется сидеть дома и смотреть YouTube, фильмы и так далее. Для меня лето наоборот, это всегда... Меня немножко прервали. В общем, для меня лето это наоборот, всегда что-то такое неприятное. Я не люблю жару, не люблю лето, не люблю юга. И никогда к ним хорошо не относилась и не привыкла, несмотря на то, что 30 лет, да, прожила на юге. Значит, совсем скоро, друзья мои, мы будем переезжать, и я думаю, что там, может быть, для кого-то будет интересно. Пишите, нужен вам такой контент или нет, обустройство. Скорее, знаете, что даже не то, чтобы обустройство, а организация всего там, организация. И я думаю, там я буду посвободнее снимать, потому что уже будет свое, новое, чистенькое, все как мы хотели. Будем, друзья, переезжать самым-самым минимумом, то есть из мебели у нас есть стеллаж, у мужа там одна небольшая тумбочка, тоже для мужа там типа для документов, для работы такой вот, дочке столик и стеллаж такой вот такие с игрушками. В принципе, все. То есть мебель, всю технику будем покупать, и заезжать мы будем с самым-самым минимумом, потому что все упирается, конечно, в деньги. А денег у нас впритык, потому что наших сбережений не хватало на ремонт, потому что ремонт обошелся более 1 000 000 рублей. И то есть нам уже пришлось взять кредит, чего мы очень хотели, чего мы не любим, но пришлось. То есть, ну, нет смысла, имея свою квартиру, не делать там ремонт, а как бы с каждой зарплаты выделять по чуть-чуть. Тогда, ну, в этом нет никакого смысла, тем более ребенку в сентябре идти в школу. Так что, да, наверное, купим диван один, на котором буду я с Алиской спать. Муж будет на большом матрасе пока что спать. Стиралку, ну вот такое вот самое-самое необходимое, без чего никак нельзя, купим, и нам еще там двери нужно установить, и еще что-то. Также в туалете там есть такая дырка, я, если вы обратили внимание, там тоже должен быть шкаф, но пока мы его не будем там делать, то есть, ну, со временем будем жить, там будем там с каждой зарплаты, ну, что-то покупать, что-то откладывать, и таким образом полностью обустроим квартиру. На данный момент я хочу вам показать пару пустых банок, которые я снимала. Друзья, всем привет! С вами Леся. На сегодня 23 июня. Поставила в использование вот такое вот мыло La Florentin. Это у нас ландыш. Очень приятный кремовый кусочек, достаточно большой, ароматный, но это такой аромат не химический, а ближе к натуральному, я бы сказала, свежерастительный, цветочный, как будто бы вы на какой-нибудь бабушкиной грядке пошли в маленький такой палисадничек и вот там вот нашли эти цветочки, которые очень-очень приятно пахнут. С удовольствием буду использовать вот такой вот кусочек. 24 июня закончилась мицеллярная водичка от Stellaris Skin Studio. Деликатное очищение, активное увлажнение. Водородная вода для всех типов кожи. Хорошая мицеллярная вода снимает любой макияж, при этом не травмирует кожу, нет жжения. Все отлично, то есть глаза, лицо справилось супер, но мне не понравилась упаковка, она очень-очень твердая, просто как камень. Порой хочется, когда выливаешь мицеллярную водичку, немножко нажать, ускорить этот процесс, но камень ведь никак не прогнется, правильно? А в целом неплохо. Также вам хочу показать небольшие покупки из Магнит Косметик. Друзья,
Хочу вам показать покупки из Магнит Косметик. И в основном я ходила туда за женскими штучками, но получилось так, что покупала и купила не только их. Значит, взяла такие вот прокладки от Bella. Две упаковки. Макси, да, друзья мои, я люблю такие большие, старорежимные, мягкие, потому что тоненькие прокладочки мне, знаете, как мертвому припарка. Поэтому я беру такие. Я не вижу, честно говоря, ценника. То есть не вижу чека. Поэтому могу сказать, что все мои покупки на 800 чем-то рублей были. Также взяла вот такие вот Bella Teens. Они для любого белья, то есть и под стринги, и под шортики, и под слипы. В общем, можно их одевать. Я на постоянной основе такими вещичками не пользуюсь. То есть они у меня служат страховкой там перед критическими днями и после там, пару дней, да. То есть каждый день я такими вещами не пользуюсь. Также в очередной раз взяла еще одну упаковочку моих любимых ватных дисков от Holy Poly Cotton Pads. Обожаю их. На самом деле они самые лучшие из того, что я пробовала вообще из ватных дисков. И тем более вот таких вот квадратных. Далее. Взяла на пробу вот такой вот тонику Neon Pink. Color Revolution. Видела, что девочки красят тоникой волосы, но в основном блондинки или светловолосые, и что у них прикольные оттенки получаются. Я подумала, под настроение, почему бы мне тоже не поэкспериментировать. Кто со мной давно знает, что когда-то даже на заре Ютуба я была брюнеткой, потом у меня были красные волосы, такие рубиновые волосы, всякие оттенки рыжего. Сейчас у меня светло-рыжий цвет, и, в принципе, я думаю, что с тоником можно побаловаться. Возможно, не такой будет оттенок, как на блонде, невозможно точно, но все равно какой-то, мне кажется, должен быть, потому что рыжий у меня достаточно светлый. Следующее. Видела вот такой вот бальзам от марки La Crie 3+. Смотрите, оказывает регенерирующее действие, оказывает смягчающее, успокаивающее действие, защищает губы при холодной и ветреной погоде. В общем, очень много обещаний. Большой объем. И это тюбик. Такой вот. Не пробовала, но захотелось попробовать. Когда-то где-то марку La Crie я встречала, и вроде бы вообще в этом бренде очень хорошие отзывы. Я, насколько знаю, в аптеке продается. И здесь 12 грамм, большой объем. В принципе, к таким жидким продуктам я отношусь хорошо. И если подойдет, то это будет неплохо, да, и достаточно выгодно. И последнее, что покажу, ручку шариковую, автоматическую. Очень мне понравилась эта ручка. Смотрите, какая прикольная там девчонка такая. Понравилась мне, и я решила себе взять. Буду пользоваться. Вот. Это не бумага, как может, да, вот это показаться, как будто проклеена, а просто такая вот пластмасса. На этом все. Всем пока-пока. Девушки.